Саня предлагає поміняти Renault Traffic на цей крафтер. Напишіть реально в коментарях, чи міняти Renault Traffic отой. Я покажу. Отой Renault Traffic. На оцей крафтер. І що був момент, що типу предложення, може цвіти якісь, типу покрасити чорні, типу іменно. Типа чорні цвіти. Не, ну там прикольно, не, прикольно, якщо палітра буде там, типу оранжеве, воно все одно буде видно нормально. Воно буде дуватися. Ну, короче, адочі сильнее образ, типа чорна, роз, чи просто роза. Не, мені кажуть, тут прикольно, що буде чуть-чуть настроєння, чуть-чуть там. Тут вона на хромаке, прям дуже сильно всюто в хромах, прям такой hard VFX, ну, то есть мы как бы заявляем, но не, ну, типа, это Алена, но она какая-то непонятная, что там вообще происходит. То есть, ну, такая, типа, очень такая компьютерная, скажем так. А и в этот момент параллельно, чтобы у вас еще больше был переход визуальный с музыкантами, вы уже играете, то есть по одному человеку здесь в углу. Ага. Ну вот сейчас собираем. Собираем локацию, чуть-чуть убираем. Теплый ламповый. Теплый ламповый, спасибо. А теперь да, блядь, за работу, блядь, камеру положи, блядь, и таскаты. Слива. 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 Офігеть. Просто... Що ж села? Посадити можна, ще прийметься. Ні, якщо оцю гілочку одламати і поставити у стакан з водою, вона тут розцвіте. Раніше, ніж дерево розцвіте. Реально? Так, да, ми з дітьми експеримент завжди робили, що ти гілку вишні, наприклад, зрізаєш, ставиш у вазу, і у нас вишні цвіли в групі раніше, ніж в дворі. Ну, бо тепло ти даєш, воду даєш. Дай і менше, і менше. І любов даєш. І... Увагу дітей, пшикали, поливали. Звісно. Тіма, там правіше трошки. Прораб каже правіє. Якого цю? Пророк. Прикручую цей нову вилку для перфоратора. Тому що, як звісно, люба класна зйомка професійно починається з того, що на всіх перфораторах на площадці міняються вилки. Ну, естественно. Типа, з чорних на отакі білі, тому що білий – це цвіт, типа, ну, типа, красоти. І можна знизу тоді вузько зробити. А знизу не буде достатньо вузько. Ну, от так, хоча б. Ну, давай. Мама. Я виглядаю як жінка? Ну, ти знаєш, ну ні, мабуть. Хоча, ну може, чуть-чуть. Така мрачна жінка. Да, мрачна жінка, да. На Мікі Мауса похоже? Ну да, всі копія. Носик блестить, пушка чорні. Охраняют лето. Не, це пісня не отсюда. Короче, тут друга пісня должна бути пісня. Ми літаки з паперу і сніг. Долоня дід лахів, що можуть мовчати. Вірять. Your icons are fake.
короче, я как настоящий металлист использую вот такую гигиеническую помаду для комфортной жизни своих губ. Вот где-то так это и происходит. Потом делаем так. Ну вот, и уже получше. Спасибо за внимание. Рекомендую всем вот этого котика брать с собой всегда. На баре синее мы танцуем под минимал. Понял? Понял, я типа LJ. 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 Я LJ. Снимаем клип украинским хлопцам. Украинские Backstreet Boys. Мы снимаем клип для справжних украинских рокеров. Уу! Уу! Драйвола! Включи, пожалуйста. Свек. Я диджей вечеринки. Я сегодня сколько, наверное, треков 100 запущу. А потом ще прийдуть джинджери, буде вообще. Ну все, реп натанцювався. Коли так хоче ріжати, я не почув вогонь. Стаєш коліни, швидко сягаєш свободи. Маєш волю у руці, та на тобі прицілю. Было хорошо, давайте еще раз дрольно. На ламду переходим. Знаешь, на кого Фло сейчас похож? На блэкера. Не-не-не, он сейчас похож, как будто у него веночек на голове. Бля, у меня руки заняты. Что сделать? Сунь, просто это... Что-то в этом месте, ну необычно, по крайней мере. Или так вставляем? Ну, я понимаю, я цепи не вижу. Эти цепи нормальные, что они так звено торчит, как ты, Лёх, думаешь? Мне не нравится. Нет, можем их двигать. Они свалились. Смотри, Лёша, я вот так сделаю. Даже не знаю, что тебе сказать. Сижу тут в земле, которая, кстати, пахнет мочой. Да-да-да, кстати. Слышишь, да, этот запах? Потому что я эту землю взял, знаешь где? Выходя из клуба, сразу почти под клубом. Почти дальше, чуть дальше. Да, через год выйдет, я понял. Через годик, два может там. А может вообще не выйдет. Там уже посмотрим. Да, пожалуйста, еще надо смонтировать это все. Спасибо, так, что там, это же бесплатно? Конечно, да. О, ну хотя бы пиво купить. Реально, типа, все фри. Да что? Что? Все плохо, я ухожу с профессии. Пусть снимают южане. Спасибо. Пожалуйста. Тут, короче, профессионально, именно с аппаратурой киношной, типа с гримом таким, никогда такое не юзать. Можешь ты сказать мне вечер?